Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И буквально сутки назад я в нашем сообществе опубликовал очередной соцопрос. Выглядит он следующим образом. Вы его сейчас видите на своих экранах. В отношении с женщинами в современном мире с любой есть 5 правил. Я сейчас попробую прокомментировать те результаты, которые вот мы получили буквально за одни сутки. Итак, эти 5 правил. Первое правило – не любить женщину. Второе правило – не доверять женщине. Третье правило – не надеяться на женщин. Четвертое правило – не вкладываться в женщину. И пятое правило – не жалеть женщину. Россия – страна победившего феминизма. Милые дамы, получайте. Все эти РСП, ЧСВ и так далее. В стране растет и ширится мужское движение, МД так называемое. Очень много роликов, видео на YouTube этому посвящено. Есть несколько апологетов, ведущих каналов по этому направлению. В частности, рекомендую канал Максометра, Сарвачева, LifeX. Ну, одним словом, если захотите, найдете по запросу ЧСВ, РСП и так далее. Столкнетесь с этими каналами. И вот я решил выяснить. То есть у нас примерно гендерное сочетание на сайте 70 на 30, то есть 70% у нас на сайте мужчин и порядка 30% женщин. Из практически общее количество подписчиков сейчас 16 800, если мне не изменяет память. Итак, как же у нас распределились голоса? Я мужчина, первый ответ, согласен с каждым пунктом, 42%. От общего количества 36 голосов проголосовавших. Вы знаете, уважаемые коллеги-психологи, что в социальных науках нормальной выборкой является диапазон, выборка из генеральной совокупности является диапазон в 30-50 респондентов. И считается, что этого вполне достаточно для того, чтобы результаты были репрезентативны и релевантны. То есть реально отображали реальное положение вещей. Ну, давайте посмотрим. Мы имеем, значит, из 16 800 человек, 36 человек проголосовавших. Я очень надеюсь, что после этого ролика еще не один десяток человек зайдет в наше сообщество и примет участие в этом очень важном опросе. И мы увидим большее количество проголосовавших, тем самым еще большую репрезентативность полученных данных. Итак, я мужчина, согласен с каждым пунктом, 42%. Совершенно адекватные люди. То есть, ну, будем так говорить, мужчины, проголосовавшие за согласие с каждым из этих 5 вышеперечисленных пунктов. И надо сказать, что это 42% адекватных людей. Второй пункт. Я мужчина, совершенно не согласен. Это самые 2 важных пункта. То есть я согласен, я не согласен. 36%. 36% это совершенно неадекватных мужчин, которые ничего не знают, ничего не понимают в современном состоянии нашего общества, в гендерных отношениях 21 года в России, к сожалению. Третий пункт, он относится к женщинам. Я женщина, я не такуся. Надо сказать, что не такусь не бывает. Каждая женщина не такуся. Под этим подразумевается, что она, первое, не меркантильна, не ЧСВ, не РСП. Ну, собственно,
таких не существует. Вот эти 6% женщин, которые проголосовали «Я не такуся», они не понимают себя, они неадекватные, эти женщины. Они не такуси, а не такусь не бывает. Соответственно, 4-й пункт. Я зашла просто посмотреть. Я женщина, зашла просто посмотреть. 17%. Ну, хорошо, что зашли и посмотрели, как говорится. Я надеюсь, что-то для себя поняли. Вынесли какие-то мысли из этого вопроса. Меня радует, что 1-й пункт доминирует. Для мужчин я согласен с каждым пунктом. Это совершенно, я вернусь к нему еще раз, совершенно адекватные, вменяемые, понимающие мужчины, живущие на территории России. И, к сожалению, 36% неадекватных, непонимающих и вообще, к сожалению, на мой взгляд, несчастных мужчин, оленей. Не оленей, а оленей. Почитайте в интернете, что это значит. Это не оскорбление, не обзывание какое-то. Это определенный термин, подобный тому, как это, в общем-то, выглядит в отношении женщин с их аббревиатурами РСП и, самое главное, ЧСВ. Вот такие вот интересные результаты мы имеем по этому соцопросу. Приглашаю еще раз видеослушателей канала зайти, посмотрев это видео, зайти посмотреть наше сообщество, там очень много, действительно много интересных соцопросов. Я даже боюсь эти соцопросы. И проголосовать в каких-то из них. Ну, в частности, вот в этом последнем, который мной был создан буквально 21 час назад. Заходите, голосуйте, увеличивайте количество выборки, тем самым уточняйте результаты. Мы должны прийти к какой-то относительной истине в этом вопросе. Как для мужчин, так и для женщин. Собственно, на этом все. Благодарю за внимание и удачи вам